Дорогие друзья, отложите свои гаджеты, отвернитесь от своих компьютеров. Приготовьте ножницы, клей и бумагу, потому что начинаются бумажные приключения! Аристотель, тюк-тюк, бумажки! В одной довольно бумажной местности жили лось по имени Аристотель и дятел по имени Тюк-тюк. Однажды, солнечным утром, друзья делали зарядку. Как вдруг появился нежданный гость. Точнее сказать, нежданная гостья. Четыре. Раз. О! Тюк-тюк, это, видимо, к тебе. Нет, Ари, я впервые вижу эту курочку. Простите, а вы кого-то ищете? Нежданную гостью звали курочка Клуша. Она рассказала, что пошла гулять, заблудилась и отдаст целый мешочек зерна тому, кто поможет отыскать ее дом. Не переживай, Клуша, мы отведем тебя домой, причем совершенно бесплатно. Ари, мы видим эту курочку впервые. Как ты узнаешь ее адрес? Пойдемте, я все объясню по дороге. Все бумажно просто. Клушин мешочек зерна оказался дырявым. Везде, где прошла Клуша, остался такой след. Так, по следам из зерна, они вышли на опушку леса, на которой стоял дом курочки Клуши, ну или просто курятник. Здесь след от зерна обрывается, а это значит... Это значит, Клуша, что мы нашли твой дом! Ура! Даже спасибо не сказала. Добрые дела надо делать от чистого сердца и не ждать за них благодарности. Радуясь, что курочка Клуша нашла свой дом, друзья отправились домой. Но дома их снова ждала курочка. Привет, Клуша! Курочка Клуша удивилась, откуда Тюк знает ее имя. Она рассказала, что пошла гулять, заблудилась и отдаст целый мешочек зерна тому, кто поможет отыскать ее дом. Тюк-тюк, как же я сразу не понял! У курочек очень короткая память, и они моментально все забывают. Надо снова проводить беднягу домой. Курочка и правда не помнила ни Ари, ни Тюка, ни того, что уже недавно теряла свой дом. Ну вот, Клуша, мы снова нашли твой дом. Точнее, курятник. Ари, я тут подумал, а если Клуша снова забудет, где ее дом? Больше не забудет. Ари вручил забывчивой курочке листок с ее адресом. Но и это не спасло Клушу от забывчивости. Придя домой, друзья снова встретили там курочку. Клуша, а где же бумажка с твоим адресом? Оказалось, что Клуша забыла, зачем нужна эта бумажка, и попросту выкинула ее, как ненужную. Клуша, ты живешь на опушке, в курятнике номер один. Вот тебе новая записка. Ари, а если Клуша снова выкинет записку и заблудится в лесу? Ты прав, Тюк. Кажется, мне пора бумажно подумать. Некогда думать, Ари. Тут надо бумажно действовать. Тюк-тюк догнал забывчивую Клушу, которая, к счастью, еще не успела заблудиться. А Аристотель в это время взял свой любимый контрабас, который так помогал ему сосредоточиться. Идея! Мы напишем адрес на бумеранге. Ура! Как бумажно! Возьмем лист картона. Нарисуем на нем нашу заготовку с тремя лопастями. Лопасти должны быть одинаковые. Вырезаем наш бумеранг. Загибаем его края вот так, и бумеранг готов. Если бросить его, он вернется обратно. Аристотель написал на бумеранге адрес и подарил его забывчивой Клуше. Вот видишь, Клуша,
Бумеранг всегда возвращается к тому, кто его бросил. Теперь записка с адресом всегда будет при тебе. Как бумажно! Теперь, Клуша, ты всегда будешь знать, где твой дом. Теперь друзья были спокойны. Курочка Клуша обрела свой дом, а они порядок и спокойствие. А это значит, что наша история закончилась очень бумажно.